Мы продолжаем, уважаемые друзья, продолжайте угощаться, поднимайте, конечно же, бокалы за тех, кто выходит на эту сцену, потому что здесь появляются самые-самые лучшие, те, кто в зале, сегодня все равны, только лучшие. У нас мы не выделяем, а просто награждаем. И наша следующая номинация – «Краща клиника стоматологии». Ось в чьих руках посмішка білосніжна. Зараз подивимось, мені самі цікаво. Наші лауреати – це стоматологічні клініки, предоставляющие повний набор разнообразних услуг в області дентальної медицини, орієнтовані на високий рівень в обслуживанні, пользуються високим довір'ям клієнтів і мають безупречну репутацію. І приглашаємо тих, хто буде награждати наших лауреатів. Внимание! Засновник клиники ГРАЛ Виталий Гайовець. Запрошується на сцену. Оплески пану Виталію. І пане Виталію, добрий вечір. Який у вас елегантний костюм. І да, зараз Виталій, я хочу... А мені приходиться вас. Насправді зараз, друзі, я дуже хочу, щоб ваші оплески були неперевершено щирими, щедрими, тому що на цій сцені зараз з'явиться витончена, тендітна, розкішна, красива жінка. А Світлана Яненко, співзасновниця премії Stella International Beauty Awards. Світлана Яненко, давайте аплодувати, муза нашого вечора. Та девушка в чьих элегантных руках. Вот все происходит на этой церемонии. Светлана, Виталий, вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Для меня, правда, очень волнительно. Я не планировала выходить на эту сцену сегодня. Но я вышла поблагодарить прежде всего всех вас, кто поверил, кто ввязался практически в авантюру и доверился нам. Мы провели огромную работу. Я не совру, потому что у меня в зале сидят огромное количество экспертного жюри, которых мы мучили, просили, работали с ними и постарались сделать настолько прозрачно, насколько смогли. Думаю, что у нас есть будущее, и мы постараемся не разочаровать никого из вас. Сегодня в зале цвет бьюти-индустрии, эстетической медицины. Здесь действительно нету лучших, здесь лучшие из лучших. Потому что когда шло голосование, это надо было смотреть. Когда из десятков с трудом отбиралась десятка. Из этой десятки никто не хотел выбирать тройку. А тройка наших лидеров – это на самом деле победители. Потому что лучше их, наверное, нету. Хотя неправда, есть. Потому что таких списков очень много. Спасибо вам огромное, и мы сегодня с удовольствием, наверное, попробуем вручить лучшим, одним из лучших клиник стоматологии в Украине. Виталий. Да, это большая честь награждать лучшую клинику стоматологии вместе со Светланой. Это действительно классно. Но что хотелось бы сказать. В сегодняшний вечер, осень, да, казалось бы, почти октябрь, но здесь царит весна. Вот красота во всем, красота во всех людях, которые сегодня пришли, красота в организации, красота, не знаю, в этом доме. Freedom, вы тоже молодцы. Я считаю, что эта премия в этом месте – это хорошее начало чего-то светлого, чего-то весеннего, и очень хорошо, что это нас согревает сегодня и сейчас всех здесь вместе. Благодарим, Виталий, Светлана, и хотим приглашать на сцену лауреатов. Стоматологическая клиника «Натюрель», директор клиники «Натюрель» Лариса Бубнова. Мы аплодируем, конечно же, поддерживаем. Прошу вас. Добрый вечер, пані Лариса. Мы запрошуем также на сцену стоматологическая клиника «Студия Аполлония». Лікаря Наталю Софінську чекаємо на сцені. Де красиві дівчата в червоному, Гріша вже там. Добрий вечір. Так, так, так. Я про майбутнє своєї посмішки і усмішки піклуюся. Стоматологічний медицинський центр Національного медицинського університету імені Богомольця, директор університету Андрій Капчак. Аплодирую.
треба запам'ятати, ось в чиїх руках посмішка білосніжна українських дівчат та хлопців. Добрий вечір. Ну, раді вас бачити всі. А судьба цієї премії в руках Світлани і Віталії. Поэтому прошу, хто же? Хто? Сьогодні серед лідерів наших клінік. Как хочется поддержать интригу. Первое слово. Конечно. Да. Первое слово было стоматологическое. Лучшие из лучших. Сегодня эта награда останется у клиники студия «Аполлония» и уезжает в Полтаву. «Аполлония»! Поздравляем! Наталья Савинская, Наталья, микрофон ваш. Я хочу сказать спасибо от коллектива всего клиники «Аполлония». Это очень ответственно, мы будем работать дальше, чтобы радовать наших пациентов замечательной улыбкой. Чистите зубы два раза в день, утром и вечером, и посещайте вашего стоматолога. Удачи! Благодарим. Спасибо всем лауреатам подарки. Только лучшие сегодня на сцене, в зале. Одна большая семья бьюти-индустрии. Спасибо за ваш труд. Спасибо, что делаете украинцев еще красивее. Благодарим вас.